Здравствуйте, добро пожаловать на канал Наголина Тюлер. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня у меня такой вот хол, распаковка. Я получила камни с сайта eBay. Натуральные камни. Это у меня был такой лот, кот в мешке. Вот. И хотела вам его показать. Еще я получила тигровый глаз. Это был уже не кот в мешке, а конкретные камни. Ну вот. Покажу, сейчас все покажу. Давайте вместе посмотрим, что же тут у нас. Давайте. Пришли мне тут два красных камня в этой кучке. Это, я так понимаю, Bloodstone называется. Кровяной камень, что ли? Такой. Он бывает со всякими разными прожилками, но у меня вот и с белым, да? Или на ареной часть. Наверное, если покопаться, это кажется как яшма. С каким-то экзотическим названием. А вот этот тигровый глаз, он просто окислился. Вот то, что было желтенькое, я так понимаю, стало красненьким. Потому что железо окислилось. Вот таких два красных товарища мне пришли. Теперь вот такой вот. Очень симпатичный. Такой. Как? Розово-коричневый, да? Это яшма. Как-то называется розовая яшма, что-то такое. Ну, розовая, это как бы, наверное, с натяжкой. Ну, бежевая. Вот. Она очень такая симпатичная. У меня есть пара камешков. Они разной степени розовости. Вот. Но это более бежевая. Так, теперь тут аж целых несколько лабрадоритов есть. Ну, давайте по очереди посмотрите. Очень даже симпатичный. Красивый. Мне нравятся такие, которые крутить сильно не надо, они сразу красивые. Красивый. Так, теперь вот такой есть. Очень симпатичный тоже. Вот так прям красота. Так. Видите, я с вами тоже смотрю. Да видите, коты в мешке бывают хорошие, а бывают злобные и облезлые. Вот этот вроде ничего пока. Так, вот этот красивый тоже. Мне вот, честно говоря, нравятся камешки вот такие вот, потоньше. Чем вот такие вот булыжнички. Тяжелые такие. Но красивые. Вот смотрите, три лабрадорита. Все три красивые. Хорошо. Так. Ну, тут лежит такой вот маленький аметистик. Смотрите, он такой. Ничего, симпатичный. У него, конечно, цвет не очень яркий. Его надо как-то будет оттенить, чтобы фиолетовый этот был лучше виден. Так. Теперь, ой, вот это, смотрите, какой амазонит красивый. Вот этот красивый. Смотрите. Он аж прям с слюдяной. Какой красивый. Видите, как он прям аж сверкает. Ой, ну красивый. Мне кажется, это лабрадорит. Если я ошибаюсь, напишите, пожалуйста. Ой, лабрадорит, простите, амазонит. Я думаю, что это амазонит, потому что цвет очень как-то похож. Ну вот. Может быть, это что-то другое? Напишите, если знаете, что это. Красивый. Так, теперь. А, вот еще лабрадорит. Посмотрите, вот еще один. Тут прям слеза. Крокодилья какой. Зеленоватый, да? Вот. Эти товарищи более голубые. Этот, посмотрите, какой. Зелено-желтый. Ну, красивый тоже. Хорошо. Так. Теперь. Вот это вот. Мне кажется, это апатит. Просто он очень-очень-очень темный.
Знаете, вот этот апатит темно-темно-синий такой есть, и вот он вот отсвечивает таким вот вживую, но он очень темный, почти черный. Мне кажется, что это апатит. Кто-то похож. Ну, в общем, вот такой. Но на самом деле он, видите, сами почти черный, поэтому, собственно, использовать его нужно как такой черный камешек. Ну, пусть будет. У меня черный, кстати, очень прям мало. Пусть будет. Так, вот смотрите, вот такой вот агат. Просто молочный такой белый. Вот знаете, ничего особенного, но у меня, кстати, белых камней тоже вот раз-два, я даже не раз-два, а меньше, чем раз-два. Может, раз. Вот, поэтому пусть будет. Я, кстати, даже рада, что вот есть просто белый камешек такой молочный. Так, агат. Теперь. Вот смотрите, еще один белый, но вот это вот, я уже не знаю, что это. Это, знаете, я когда как бы рылась, искала картинки вообще, на что это похоже. На кальцит похоже это. Вот. Потому что у него, видите, вот такие как бы внутри рисунок такой вот. Вот. Ну вот, точно не знаю. Ну, возможно, кальцит. У меня есть похожие в бежевом цвете. Так, беленьких два, очень приятнее. Какие? Это тоже, наверное, какие-то. Что это? Что это? Агаты, яшма. Что это? Вот такие вот товарищи. Ну, симпатичные тоже. Посмотрите, вот это, по-моему, моховый агат. Посмотрите, какая красота. Какой он расписной. Тут красивый камень тоже, да, такой. Вот это, наверное, действительно как тоже какая-то яшма бежевенькая. Так. Так, ну это у нас что? Это у нас унакит, да? Симпатичный. Вот это муканит, да? Тоже очень симпатичный. Так. Далее. Вместе даже положу такие вот там несколько коричневых, посмотрите какие. Вот этот, наверное, такой наиболее яркий, что ли, пейзажный, но эти тоже симпатичные. Так, а вот это стихит называется камень. Он, это вот зеленый вот этот товарищ, и вот в нем есть примеси фиолетового. Те, которые подороже камни, там больше фиолетового, меньше зеленого. Но у меня, видите, лот был просто по весу, поэтому положили наоборот. Ну, кстати, симпатичный зеленый. Вот просто тоже посмотреть. Какие разные зеленые, да, вот. Пускай будут. Так, теперь. Вот это называется Snowflake Obsidian. Снежный. Снежинка, обсидиан, снежинка. Симпатичный тоже камень. Они бывают с рисунком прям совсем вот как действительно похожи на снежинки. Но у меня такой просто пятнистый. Теперь. Так, вот это вот. Наверное, змеевик. Далее. Слушайте, ну вот это совсем не знаю даже что. Вот даже у меня нету никаких этих догадок. Тоже кальцит какой-то. Вот посмотрите, у него там тоже такое ощущение, что он как кристальный какой-то, да? Вот. Ну, симпатичный. Интересная такая маленькая капля.
Далее. Розовый кварц. Вот этот мне, слушайте, так, смотрите, какой он. Он вроде не яркий, но посмотрите, какой он пейзажный. Прям, вон он, мост, река тут какая-то, что-то там в небе. Слушайте, ну прям. При наличии минимального даже вот воображения можно себе что-то представить тут. Хорошо. Ну или вот так, наоборот. Птички в небе, пляж, море. Так, хорошо. Теперь. Так, ну вот смотрите, вот такой еще камень. Тоже предпоследний, все. Это называется K2. K2 яшма. Или как-то еще мадагаскарская яшма ее называют. В общем, это да, вот, ну, собственно, камень вот такой, и на нем голубые пятнышки. Так, у меня, знаете, как у мамы маленького ребенка всегда желание так вот плюнуть и попробовать оттереть подобные вот вещи. Но нет. Оно так задумано, вернее, так оно получилось. Так, теперь. И последний камень, это вот, называется он швейцарский зеленый опал. Это смесь, я так понимаю, змеевика, вот то, что зеленое, и белое, это гипс. И вот он, посмотрите, у меня тут сломался немного. Но это не беда. Как мы все это, если его вот подклеить, починить, он почти не виден, этот стык. В общем, я так и сделаю, наверное. Так, смотрите, сейчас покажу. Просто без эпоксидки тут у меня лампу надо идти брать. Вот так. Вот, чтобы оно хорошо и крепко лежало. Берем обычную липкую ленту. Клеим на нее кабошон. Потом капаем сюда эпоксидку. Ну, лучше кисточкой, наверное. Много не надо. Дальше приклеиваем вот эту часть. Потому что оно сразу же не приклеится, это же не клей, да, эпоксидка. То есть ее нужно в лампу. Приклеиваем, и вот это все у нас на клейкой ленте. И так оно держится. И в таком виде, вот, ну, если хочется, можно даже вот так вот сделать. В принципе, нормально. Вот. И в таком вот виде, ну, я вот в таком обычно пару раз как-то делала. Вот, отправляем. В моем случае будет как-то вот так, в лампу. Ну, минут на 5. Довольно хороший был лот. И теперь давайте покажу вам этот лот тигрового глаза. Сейчас. Такие симпатюшки. Посмотрите. Это вот тигровый глаз, но он тоже, видите, уже окислился где-то. То есть где-то он не окислился и вот остался желтым, а где-то красный. То есть получается у нас переход вот от коричневый, желтый и красный. Вот такой. Очень, ну не знаю, мне очень прям понравился. И тут же вот эти желтые полосочки, у них они не просто желтые, они вот именно переливаются вот этим самым глазом. Так, и тут даже два вот практически одинаковых кабошона. Посмотрите, какие. Вот как-то они вживую лучше смотрятся, чем на камере, по-моему. Вот такие. Тоже прям серьги можно сделать. Ну, вот такой тигровый глаз. Я прям довольна. Красивый. Вот этот, кстати, очень красивый кабошон. Он прям весь, вот весь переливается. Но так это не очень ярко, благородно. Красивый. Так что вот такие вот были у меня покупки. Я довольна. Прям довольна. Неплохо. Да, вот этот тоже, смотрите. Красивая, тоже такая неброская красота, природная очень.
Ну, конечно, да, вот надо сказать, что натуральные камни, их как бы вот надо в руках покрутить, и вот это не Сваровски, которые вот, не кристаллы, которые хоть на фотографии, хоть на видео, все одинаково, они всегда одинаково хорошо смотрятся. Эти камни, конечно, тут вся соль в том, чтобы их вот держать в руках, смотреть, щупать, все вот эти вот детали на них разглядывать. Потому что это не яркая красота, а действительно такая приглушенная, очень натуральная. Ну что ж, большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Если есть какие-то комментарии по названию камней, если точно знаете, что это такое, напишите. Я думаю, и мне, и многим другим людям будет интересно. Вот. Большое спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующем видео.